рассадок нефофи и ягодной ванила. Ваниль принадлежит к семейству многолетников, устойчивым к вредителям и болезням. С весны до конца теплого сезона формируется в огромный, цветущий в середине июля травяной куст, похожий на осоку. Листы узкие и мечевидные до 1-2 м длиной, соцветия собраны в высокий колос с мелкими колокольчатыми желтыми цветами с семенами. Любит частый обильный полив без застоя, требует пересадки в тепло на зимний период. Особенности посадки. Расстояние не менее 30-40 см между цветками. В почву добавляется песок. Подкормка калийными удобрениями. Обложить низ камнями. Нефофия ягодная ванила — это травянистые высотой 20-40 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь. Окраска цветка бело-зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.